Дорогие друзья, рады вас видеть на нашем канале. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал, если вы хотите знать, что же происходит на самом деле в российском шоу-бизнесе. Сегодня рано утром в новостях сообщили печальную новость. Сегодня речь пойдет об известном российском телеведущем шоу КВН Александре Меслякове. Родственники сообщили печальную новость. Оказывается, Александр Масляков сейчас находится в больнице. Что произошло с телеведущим, родственники не сообщили, но наши источники достали нужную информацию. Оказывается, телеведущий немного приболел. Он пожаловался на высокое давление и на то, что у него практически каждый день сильно болит голова. Врачи осмотрели его и приняли решение о его госпитализации. Ждем подробности, друзья, уже от родственников Александра Меслякова. Очень надеемся на то, что с ним все будет хорошо, ведь для многих из нас он является настоящей легендой российского телевидения.